Америке. А вот другую традицию языковед шла даже не 5, а 9 лет. Ведь в Рио никого из наших атлетов не пустили. 2 метра, 4 сантиметра с первой попытки. И обычно спокойно на эмоции Лосицкены взрывается. Маша, ты сделала это? Счастлива. Я вообще до сих пор не понимаю, что случилось. Это вообще правда? Чемпионка Маша Лосицкены, олимпийская чемпионка. И переживать было за что. Высоту 1,96 Мария берет только с третьей попытки и идет восьмой. Может, старая травма дает о себе знать? Но на отметке 2 метра остается только 3 спортсменки. Медаль обеспечена. И пока мы все гадали, какая именно, Маша уже все понимала. Это наше первое золото в легкой атлетике. Немножко выделываться. Я себя успокаивала, потому что я себе говорила: Маша, нет, Маша, рано. Девочки очень сильные, нельзя. А это значит, что закрытие Олимпиады уже меньше, чем через сутки. И как же хочется остановить время, чтобы успеть насладиться этими